Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю Олимпийских игр. С вами Сейн. Сегодня мы с вами поиграем в игру, официальную игру Олимпийских игр Токио 2020. Значит, прежде чем мы начнем, тут была такая интерактивная менюшка. Можно было нажать две кнопки, аж левую кнопку мыши, чтобы начать играть, и вот это, собственно, стартовая локация в меню, где вы можете выбрать страну, за которую вы будете играть, и правую кнопку мыши зажать, чтобы просто выйти отсюда. Мне очень понравилось, как стартовый ролик прогружался в 5 FPS, и еще мне безумно понравилось, что игра не поддерживает NVIDIA Shadow Play, приходится записывать по старинке на Mavave. Вот, игра, между прочим, так сразу, для ссылки, сделана небезызвестной компанией Sony. Мы выбираем страну, регион, за который мы будем, собственно, выступать на Олимпийских играх. Я, конечно же, беру Венгрию, подтверждаю изменение аватара. Давай, это самое. Не стоит создавать аватары, задевающие права, не права. Вот, я беру себе молодого человека, потому что я вроде как похож на молодого человека. А что у этих компьютерных игр с оптимизацией? Я просто не понимаю, что вот эти за 14 FPS в меню? Что я пытался записывать NBA 2K21, вот это безумно лагающее говнище, что это? Я не знаю, нам нужно быстрое изменение, давай быстрое изменение. Что можно сделать? Не надо мне инструкцию. Я справлюсь. Прогрузи, пожалуйста, мне хоть что-то. Да, и сразу для справки, игра стоит $36 в Steam. Это так, просто сразу, чтобы было понятно. Сложение. Где вычитание? А, о, прогрузились. Так, ну я должен создать человека максимально похожего на себя. Тут, правда, нет ни одного. Давай я нажму и краткую, случайный выбор. Случайно выбрали вот этого молодого человека, отлично. Блин, это будет безумно долго, мы с вами персонажа будем создавать хреново тучу времени, если так все пойдет. Поэтому можно мне просто выйти, я буду играть за того, кто есть. Все, вот этот невидимка. Замечательно. Так, где настройки вообще в этой игре? Escape нельзя. Понятно. Атлет, костюм, мои данные, тренировка, Олимпийские игры. Господи Иисусе. Онлайн соревнования? Хочу онлайн. Два игрока. Да мне какая разница, как он выглядит. Мне ж поиграть. Можно? Все. Нет? Господь всемогущий, давайте один против ИИ, потому что не хочет он. Просто не хочет. Так. Во что мы с вами будем играть? Значит, есть 100-метровка, бейсбол, 110 с барьерами, баскетбол, метание молотов, футбол, пляжный волейбол. Короче, все, что на Олимпийских играх. А где фехтование? Насколько мне известно, на летних Олимпийских играх по-любому присутствует фехтование. Я это очень хорошо знаю. Давайте 100-метровку забег совершим. Посмотрим, что тут по оптимизации, по игре вообще, что тут нужно делать. И еще, может быть, нам дадут зайти в настройки. Ой, замечательные 6, 3 FPS, 4 FPS. Это великолепные заставки от Sega. Я не знаю, в чем проблема. В меню, вот при заставках таких, жопа. Я пропущу, пожалуй, представление. Можно? Походу, нельзя. Как только вы увидите надпись «Марш», нажмите левую кнопку мыши, чтобы стартовать. Да, окей, я в 4 кадра точно увижу кнопку «Марш». Давай. Что с этой игрой? Она проклята какими-то японскими богами? Почему так? Не, это меня это радует, меня это радует. То есть даже Cyberpunk с его оптимизацией кривой, нет, в 30-35 кадров у меня шел.
Я не знаю, ну классно. Отбор, чтобы пройти в полуфинал, займите место ниже четвертого. Ну вот 4 FPS, четвертое место, отлично. Можно меня уже пустить к отбору, пожалуйста? Чуть-чуть быстрее. Я не знаю, может быть на ноутбуке нельзя играть такие игры? Ой, Господь всемогущий, далее, пожалуйста. Просто далее. Да, вот я Saint на пятой дорожке. Так, 4 кадра. 5 кадров видел, отлично. Графика просто бомбическая. Что здесь может, блять, лагать? Что здесь может проседать? У меня вопросы. У меня вопросы. Графика 2007 года с нулевой оптимизацией. Sega хочет $36. За $36 можно купить Cyberpunk на сдачу GTA 5. И там еще пару долларов останется на скинчике в Доту и в CSGO, чтобы там купить себе какие-то керамбиты или, не знаю, пару аркан в Дотке. Можно уже... Кто там так дышит? Такое ощущение, что прям за моей спиной кто-то пытается... О, вот, сейчас нормально. 22 кадра уже, но это для этой игры прогресс. 23. Вы такие медленные. Вот этот самый мощный, он, по-моему, тяжелоатлет, а будет бегать. Почему он такой большой? Звуки, как будто рыба трепещется, которую выловили. На старт. Ну? Где внимание? Ребята, внимание, следующее слово. Внимание, блин. А, можно нажать, когда я хочу? Внимание. Ага. Все отлично. Ну? Ну? Ой-ой-ой-ой-ой! Молодые люди, вы просто посмотрите, как я ускорился! Вы посмотрите, у меня огнище просто из-под пят! Мировой рекорд я, мировой рекорд, мировой рекорд. Побью. 9,35. 100-метровка. Все, опять проседание. Опять 4 кадра. Красиво, красиво. Я из Венгрии, 9,35. А какой мировой рекорд в 100-метровке? Я знаю, что Усейн Болт в каком-то из годов поставил мировой рекорд. Это было меньше 10 секунд. Сейчас я буду гуглить. Мировой. Пока там как раз это загрузится. Рекорд. 100 метров. Да, Усейн Болт в 2009 году пробежал за 9.58. Усейн Болт, как бы все, до свидания. Сейнт из Венгрии. Новый рекорд. Ну все. Я не знаю, может тут графику можно понизить, хотя я не знаю, куда ее понижать. Из 2007 в 2001 ее понизить, чтобы вот эти прогрузки великолепные не шли в 4 FPS. Я реально не понимаю, что с этой игрой не так. Может, эта игра не адаптирована под... Вот я уже предположил, под ноутбучные видеокарты, под, ну, типа, как бы 1070, камон, не говнище прям вообще, чтобы ничего не шло. GTA 5 там в 90 кадров идет, а вот это не может пойти даже в 30? Ну, давай, маши ручкой, красиво. Можно, пожалуйста, скипнуть? Я хочу уже победить, золото забрать, а потом пойти... Там грустная какая девочка шла. Получено достижение, первая победа в 100 метров. Получено достижение, новый рекорд. Получено достижение, первое олимпийское событие. Кайфец. Тут настроек игры, блин, нет. Я просто не знаю. Так, ну я квалифицировался. Я вообще обогнал на 3 секунды с половиной второго. Мариса из Канады. Ло из... Что такое Тре? Из Тре. И Белла из Гвинеи. Остальные не прошли. Ну, слабые, потому что слабые. Что я могу сказать? Увидели, как я стартанул? У меня огонь из-под пяток шел. Мои данные. 100 метров открыто, подсказка номер один. Можно мне открыть настройки номер один?
Пожалуйста, игра. К полуфиналу. Нет, нельзя. Она вас будет мучить. Мы смотрим на игры как есть, ребят. Мы смотрим на них как есть. Давай к полуфиналу меня. Не, ну он рванул просто, ух как. И там вот номер 3 рванула тоже. Она поэтому грустная была, что она не заняла. Ой, кстати, сейчас. Все нормально, 40 кадров, 50. И опять. О, Господь, мне кажется, я успею рассказать историю Олимпийских игр, как кто там украл огонь у атлантов, принес его людям, а потом древние греки взяли в руки луки и начали стрелять друг в друга, так и получились Олимпийские игры, что-то типа того. Блять, как это уныло. Я... Понимаете, я искренне в ахуе сейчас, зная, что Sony, ну как бы серьезная компания, это вам не Electronic Arts, это вам не какая-то, да, полуфинал, не какая-то херня, которая состоит из там трех человек и делает инди-симуляторы на одной и той же платформе, типа как... На канале был Ludus, потом интернет-кафе-симулятор с одними и теми же локациями, просто переделанными из Древнего Рима в современность. Тот же город, тот же перевод, где слово «назад» переводили как «близко» на русский. Но, блин, эта игра стоит, еще раз, $36. $36. Хорошо, что сейчас бесплатные выходные в ней, я бы в здравом уме никогда бы это не купил. Если бы купил, я бы возврат оформил, вы что, издеваетесь? Так, ой, против меня какие-то товарищи из Ямайки, вот Усейн Болт из Ямайки, он быстро бегал. Есть из Фиджи, из Гвинеи, Южная Америка, ну, собственно, Венгрия. Сив, это что? А Айвори Коуст, это... Как его? Кот-д'Ивуар. Так. Этот не слишком ли полноват для спортсмена, который должен бежать стометровку? Нет, я ничего против полных людей не имею. Пожалуйста, ваше тело, ваше дело. Но, насколько мне известно, спортсмены-бегуны, они обычно, ну, атлетичной комплекции, довольно худощавые. Чем больше веса, тем тяжелее разгоняться. Это тоже какой-то супер-качок. И почему мужчины с девушками бегают в одном забеге? Если мне память не изменяет, я последние Олимпийские игры смотрел лет 8 назад, но... Что такое? Кто там родил? Вот. Девушки бегают с девушками, мужчины с мужчинами, потому что, ну, как бы... Ну, так заведено было. Многообещающий игрок. Ой-ой-ой-ой-ой, какая опасная! Посмотрите на нее, она готова уже. Эй, рекорд 11.8. До свидания, малютка. Вот. Венгрия. Новичок. В смысле новичок? У меня мировой рекорд уже, слышь, новичок. Я тебя сейчас пробегу 100 метров, спущусь, поднимусь в твою будку комментаторскую, надаю тебе по будке. Ни хрена себе, новичок. Рекордсмен, надо было сказать. Опять они очень медленно и пафосно подходят. И, кстати, сейчас с кадрами все нормально, вот, опять же. Да, 20 их. Мало, мало. Ненормально, мало. Но лучше, чем 4. Давайте, давайте. Пафосная поза. Не, ну товарищ не очень на меня похож. Во-первых, он не кот. Во-вторых, он не аниме-тянка. Подписчики канала как бы знают, кто это, кто новый вдруг на канале. Ну... Приходите на стримы, мы вам все объясним, почему я аниматянка и кот. Ну, кот, понятно, на аватарке аниматянка это длинная история. Как длинная? На самом деле короткая, но длинная. Что можно подавать сигнал. Да, смотрите, нажимаю один раз на левую кнопку мыши. Внимание. Внимание. Так. Старт. Старт. Слишком. Ты дурак. Беги, 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 беги. Давай, 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 пятки, 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 пятки. А чё они все тоже горят? У
Не, ну блин, у меня фальстарт был. Чё ты радуешься? Чё ты улыбаешься, дурачок? 11,2. Грустный. Интересно, девушка из Южной Африки прибежала первая? Она там многообещающий спортсмен. Какие эмоции, такие подлинные. Неподкупные. Видно, что расстроен спортсмен. Блин, нам опять ждать. Самая большая проблема, что нам опять ждать вот эти заставки по 4 кадра. А, не, выиграла кто-то, выиграла другая. Вот там руки, руки поднимаю, другая. Не из Южной Африки. Из Ямайки. Я же сказал Ямайка. Вот и спортивная аналитика от Сейнта. Я сказал, ямайцы быстро бегают. У Ямайки рекорд мира сейчас. Но это, конечно, в офлайне. В онлайне мы знаем, что рекорд мира у Сейнта. Давай, давай, все. Грустным шагом обратно в Венгрию. Прям пешком по дну Японского моря. Через Россию. Да, 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 грустно, грустно. Все, можно, пожалуйста, закончить этот позор? Зачем вы меня унижаете в этой игре? Так, что, если я нажму еще раз просто, ну это... Да не надо мне показывать. Ну зачем эта игра пытается меня опозорить еще больше? Последнее место, да, я в курсе. А, не, смотрите. Кот-д'Ивуар вообще на первом месте. Ямайка на втором. Ой, что-то Южная Африка вообще... Нет, я не знаю, давайте повтор. Нет, все-таки, я повторю. Можно только сразу со старта? А, повтор это унижение посмотреть. Я думал, повтор это посмотреть, это как бы... Да, поражение, выбрать события. Давайте я выберу события, пожалуйста, спасибо. Спасибо, игра, спасибо. Ай, Господь. Так, футбол. Ну, давайте в футбол поиграем, не знаю. Может, тут будет все нормально. Олимпийский стадион, легкая атлетика, футбол. Стадион для Олимпийских игр в Токио 2020 построен на том же месте, где проводились игры 1964 года. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия. А, опять же, да, мы смотрим на великолепные заставки. Самое глупое, то есть, окей, вы меня не хотите пускать в настройки, возможно, вы не хотите, чтобы я там настройки графики менял. Можно было хотя бы настройки звука сделать, чтобы мне в уши не хреначила эта музыка? Используйте, что это? Что это такое? Какой нахрен дриблинг? Что это за клавиша? Я такой клавиши на клавиатуре не вижу. Хернюшка, как на геймпаде. Там нарисована какая-то масленка или чашка с чаем. Я понял, давай, дриблинг есть. Как бегать вообще? Ок! Ну, договорились. Так, ну левую кнопку мыши, чтобы отдать пас, удерживать, чтобы длинный пас. Ок. У на русском, чтобы выполнить удар, давай. Вот, у на русском или на английском, это интересно. Ок! Так, чтобы выполнить особый удар, нажмите К плюс Г, когда шкала заполнится. Это очень удобно. К плюс Г. Я сейчас, блин, как будто зашел на онлайн уроки фортепиано. Растопырил пальцы. Отбор. Так, отбор. Чтобы пройти в полуфинал, нужно победить. Сборная Венгрии. Она не очень сильная в футболе, но мы посмотрим. Трехминутный матч. Короткий какой-то у вас футбол. Очень короткий, не знаю я. Что это такое? Можно, да, показать моего оппонента. Надеюсь, что это не сборная Германии или Италии. Иначе мне сразу пизда. Можно домой ехать всей командой. Вместе с тренером. Так, кто мой оппонент? Мексика. Ну ладно. Ну как бы довольно серьезный оппонент, но я справлюсь, я надеюсь на это. Как бы не уверен, но надеюсь. Не Германия, уже неплохо. Я просто увидел вот тут зелено-бело-красный флаг, подумал, что это Италия. А там по центру все-таки еще герб.
Так, и опять же, ничего против не имею, но тут смешанные соревнования мальчики с девочками в команде, потому что вот я вижу форварда сборной Мексики и флангового полузащитника, распасовщика. У нас что-то девочек не вижу пока что, с хвостами, без хвостов, каких угодно. Великолепная прогрузка, меня безумно это радует. Загрузи, пожалуйста, до конца. Нет, мы все поле облетим. Ну давай, давай, поунижай меня еще, игра, поунижай. Это ж так круто. Это ж так великолепно. Мы не насладились еще низкополигональной рисовкой 2007 года. Нарисованной на коленке человеком, которого уволили из Electronic Arts. Так. Многообещающий игрок Диас. Мексика. Юное дарование. Да я про... Господи, еще таким голосом читает. А что случилось с буквами? Почему тень пропала, упала ниже контура? Основной цвет, блядь, господь, что с этой игрой не так? Она прям проклята, я вам клянусь, я вам кричу, она проклята, эта игра. Ну хватит головой трясти, все, я понял, что это юное дарование, ты очень юно трясешь головой. Харе, дайте поиграть в футбол. Сега, вы охуели, что ли? Вы за это деньги хотите? Вы за это должны платить деньги, чтобы люди в это играли? Ну что за нахуй? Даже если бы она шла нормально. Даже если бы она шла, вы посмотрите просто на эту графику. Ну ебаный в рот. Это ж позорняк. Что нажать, чтобы принять позу? Какая это кнопка? Какая это, блядь, кнопка, что это за кнопка? Я знаю одну кнопку, которая может помочь в этой игре. Alt F4 великолепно поможет. Голов 0 у новичка. Ну, понятное дело. Откуда, если мой первый матч вообще? Мне сразу против многообещающего игрока положили. В смысле, какой нахер удар с центра поля? Как бегать? Ой, бля, ребята, это да, 20 кадров в секунду. Не, ну тут проиграть сложно будет, потому что... Ну, типа, мяч мы держим. Опа, ну это FIFA просто на минималках, ребят. Вау! Мимо! Вот это удар! Не, ну серьезно. Ладно, смотрите, она идет 25-27 кадров сейчас, но они такие медленные, в любом случае, это ж пиздец какой-то. Без шуток. Перехват! Вот это я перехватил! Вот это я перехватил, ребят! Вот это я перехватчик просто! Монстр! Защитники стоят просто, в глаза долбятся. На, лови. Вот так-то. Гол. 1-0. Венгрия, Мексика. Кто ставил на Мексику, соболезную. Кто болел за Венгрию, поздравляю. Нет, вот, сейчас она идет нормально. Ну, типа, не 4 кадра. Сейчас больше, они все равно медленные. Еще немножко заставочки. Мне вот интересно, кто у кого украл логотип Audi у Олимпийских игр или Олимпийские игры у Audi. Всегда задавался этим вопросом, но... Или это такой неофициальный спонсор, чтобы не было понятно. Все, можно далее, далее, спасибо. Красиво добил. Так, поехали. Поехали, 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 поехали. Перехват! Ты что делаешь? Там Диас! Ага, угловой. Вратарь тоже дурачок. Прыгнула башкой в штангу. Блин, он еще объявляет так. Ну, Господь всемогущий, за что? Просто за что?
Я понял. Молодой человек просто в глаза долбится. Отбор! Не, ну хотя бы реабилитировался в отборе. Нет, нет, не реабилитировался. Пас все равно кривоватый. Да дай пас вперед, дурак! Вот это FIFA, которую мы заслужили, ребята. Беги, беги, дурак! На! 2-0. Ну все, это и заново. Мы проходим дальше. Будем играть со сборной Германии и выиграем их 100%. Вам заявляю ответственно. Если 2-0 у Мексики уже ведем, то отлично. Еще немножко повторов, 5 кадров. Еще немножко логотипа Audi. Красиво, красиво. Давайте, давайте. Хотя бы не мой позор показывают, уже радует. Хотя бы меня не унижает Sega. Вообще, самый большой трэш в том, что тут еще можно создать вообще абсолютно любого персонажа. Ну, типа, любого в определенных рамках. То есть вы можете играть в футбол за Соника, бегать за космонавта, не знаю, метать молот за моржа. Интересно, можно ли играть за Вахтанга Кикабидзе, но если нет, то как бы я не обижусь. Все, можно далее, далее. Я хочу завершить этот матч. И как бы заканчивать с этой игрой. Мы взяли два популярных вида Олимпийских игр. Бег на 100 метров, футбол. И как бы я доволен результатами. Ну, кроме забега, там немножко лоханулся. Отбор. Ну и все. Пас. Опа, опа. Вот это обводочка, обводочка. Разрезающий пас. Что, мы хэт-трик оформим? Беги, беги вперед, дурак, беги вперед со звездочкой, там же я. Сам у своего мяч отнял. Куда ты пас даешь, дурачина? О, конечно, да. Ну ты, конечно, да. Ну ты, да. Ну все, пауза. Все, пауза, 0-0. Добавленное время. Какое нахрен добавленное время? Тут в этой игре настолько реалистично, что добавленное время есть. Ну, погнали. Все, можно второй тайм дать нам? Походу нельзя. Походу Sega будет издеваться дальше. Только не говори, что аут. Да, блядь, серьезно. Давай, кидай. Ой, боже, это не игра, а порнография какая-то в чистом виде. Давай, пас туда уже дай. Из-за боковой пас, да? В смысле? Я был в моменте уже атаки. Какой перерыв? Ну ты что, дурак? Надо было раньше давать, когда в аут летел мяч. Ой, судья, конечно, тот еще чертило. Запорол мне хэт-трик. А если я во втором тайме не забью третий мяч, то что тогда делать? Так, пожалуйста, дальше. Просто дальше. Просто сразу дальше. Дальше. Вот, все красиво. Да ладно, я бы не догадался. Ни хрена себе у тебя, конечно, комментаторские способности. Отнял мяч. Не отнял. Да куда ты, ядрен пассатижи? Поменяйте мне на того, который сверху бежит. Защитники ни хрена не делают. Вратарь, лови! Хорош, вратарь, молодчик.
Мы просто бежим, 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 бежим. Давай, да быстрее беги. На, лови. Какой сейв, Господь всемогущий. Это просто монстр. А, я. Да, конечно, безопасный, он в воздухе. В воздухе никто до него добраться не может. Боже, из-за боковой. Сделайте озвучку из-за боковой. Это было бы куда забавнее. На! Какой сейв, Господь! Давай! А, он выбил ваут. Да что ты со своей безопасной зоной заладил, Додик? Ой, боже, это просто да. Это да. Ну ты кривой, конечно. Я же говорю, хэт-трик не будет. Я напоминаю, что сейчас 25 кадров, как бы. Это игра такая, это все вот так задумано. Поменяйте мне игрока. О, понятно, блин. Отборщик года. Какая распасовка. Тики-така просто. Мы заходим в штрафную. Пробуем супер удар. На. Попали в грудину вратарю. У него отдышка. Ну все, вот из-за судьи дурацкого хэт-трик вряд ли получится. Ну понятно. Мы убежали как надо. Бежим как надо просто. Поменяйте мне игрока, поменяйте мне. Да не этого, вот этого дайте. Ну куда ты ножку свою выставляешь, кривопала, это скотина. Чё ты там хакаешь? Спокойней хакай. Спокойно хакай. Ясно. Нет кнопки переключения игрока, это проблема. Ой, один... Какой офсайд? Он был вот тут, а я вот тут. Повтор. Повтор. А, да, офсайд. Ладно. Ладно, убедил. Слушай, они могут быстро бегать. На повторе они бегают нормально. На повторе-то они бегают хорошо. Не как кривопалые скоты. Давай, 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 давай. Блокируй, блокируй ее. Ты дурак, что ли? Блокируй ее. Она там перспективный игрок. Лови. Ой-ой-ой, подкат в стиле ниндзя. Вынести мяч. Я понял, у товарища безопасная зона, это когда мяч в воздухе. Ну, логично, как бы. Ну все, 2-0, я выиграл, Мексика. Домой. Домой, Мексика. Домой, Мексика. Мексика, до свидания. Ну сколько вы забьете? Один гол в добавленное время максимум. Ну и все. И что? И что, ты оттуда навешивать даже будешь? А, ты так идешь? Ну ладно. Ой-ой-ой. Обход. А, это мимо, но как бы внутри. То есть попал с внешней стороны, но как бы мяч оказался внутри. Понимаю. Да куда-нибудь уже ударь просто. Куда-нибудь ударь. Три кадра. Господь всемогущий. Замечательная игра. Стоит каждого, блядь, потраченного доллара. А графика какая, а анимации. Видно, что делалось с любовью. Просто с любовью. Максимальной любовью к извращениям. Я знал, что японцы, ну, такие. Извращенцы. Но не настолько же. Ну давай заканчивай-то этот матч, судья. Судья, все, уже мы не играем, мы стоим на поле. Не забьют они два мяча. Да не забьют они два мяча. Пау!
Лови я. Что с тобой? Время вышло, красиво. Победили Мексику с счетом 2-0. Поздравляем всех фанатов Венгрии. Заканчиваем этот матч. Прямую трансляцию с Олимпийских игр. Прошли отбор. Если сейчас нам покажут, что мы попадаем на сборную Германии, то жопка, победа. Что-то они не особо довольны для победителей. Хотя вот ручку... А, нет, я думал, он тянет ручку наверх. Получил достижение первой победы в футболе. Я вообще удивлен, что мы с таким фреймрейтом хоть что-то сделали. Так, удар F1 с успешностью передачи 86, владение мячом 59. Ну все, как бы, да. Изи. Лемон сквизи. Мои данные, конечно. Подсказка открыта номер один. Ребята, не обессудьте. Не обессудьте, но мы с этой игрой будем заканчивать. Это полная фиаско Sony. Ой, Sony, прошу прощения, осквернил вас, ваше имя в контексте этой игры. Это полная фиаско Sega. Я не знаю, как можно было это сделать, как можно было на серьезных щах просить за это такую сумму, которую просят в Стиме. Ну просто реально на лопате тебе такое забористое, пахученькое такое дерьмецо приносят и говорят, что заплати нам за это и играй, пожалуйста, наслаждайся этой графикой, наслаждайся этими анимациями. Вот, тут все нормально, опять вернулось, 54 кадра, все красиво. Кайф! Отбивает все желание вообще, в принципе, смотреть Олимпийские игры и фехтование, нет, которым я занимался. Короче, я расстроен. Я не знаю. Тут не то, что 1 из 10 этой игре не даже. Тут 0 из 10. Просто 0 из 10. Никому не советую. Даже в контексте бесплатных выходных, которые уже заканчиваются, но тем не менее. Если даже ее раздавать бесплатно в Стиме или в EGS будет, не факт, что стоит ее забирать, потому что вы просто нормально играть в нее не сможете. Уф. Пиздец, Sega. Это пиздец. Я благодарю вас, дамы и господа, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующих играх и других видео. Всех обнял.